Заезд, расселение по комфортабельным номерам, трехразовое питание. Ребята из разных школ округа приехали в многофункциональный спортивный комплекс «Жаворонки», но не на отдых. У них ответственная миссия – придумать так называемую «школу будущего». Социально активные представители школьного самоуправления, участники олимпиад, перед которыми стоит непростая, но очень интересная задача – разработать проект «Школы будущего». Возможно, такая школа когда-то появится на территории нашего округа. Ренат предложил облагородить территорию возле родной 5-й школы, чтобы родителям было комфортно ждать детей, а также организовать спортивное пространство. Полное благоустройство спортивной зоны, военно-спортивной зоны, для того, чтобы могли проходить на территории нашей школы всеобщие мероприятия как спортивного вида спорта, как спортивные, так и юноармейские. И 120 таких креативных, активных школьников будут реализовывать и разрабатывать свои идеи, разбившись на 10 команд. Организаторы уверены, образованию просто необходима трансформация, и именно школьники могут сыграть в этом ключевую роль. От школы с номером к школе с именем, чтобы дети знали, какие у нас школы, что из них интересно, чтобы они стремились учиться и получали от этого удовольствие. А пока время для знакомства. В свой первый день в игровой форме ребята общаются друг с другом, разбиваются на команды, делятся идеями. Впереди им предстоит много экспериментов, мастер-классов, деловых игр и работы с экспертами. Полина Бахова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».